очень сильно бомбят. Вчера был взрыв возле телебашни, которая находится около нашего метро. Люди очень сильно боятся, переживают, но, в принципе, сотрудники метрополитена помогают и едой, и водой. То есть, в принципе, здесь находиться более-менее комфортно, но, конечно, всем страшно, особенно маленьким деткам. Шестой день мы тут сидим и молимся, и говорим: уходите, нам не нужна чужая земля. Оставьте нашу землю, мы любим ее, свою землю. Мы никому вреда не делали, наоборот, только добро. Потому что украинский народ, мы добрые люди, у нас хорошая земля. Мы любим жизнь, мы радостные. Так зачем отнимать это? Когда Россия богатая, у них же какие поля, какие леса. Есть где там развернуться, зачем им еще это? Зачем? Вот этот вопрос я задаю, зачем это надо? Потому что одному человеку захотелось империю устроить. Мы выдержим все. Но только обидно, что там наши люди такие же с нашим языком, как и здесь. Я никогда не думала, что о России. А что мы ей сделали? Nobody could even imagine that it is possible in the 21st century. We hoped that the situation will be solved with diplomatic, with the help of diplomatic relationships, but still we have what we have. My boyfriend, my future husband, he's from the first day of the war, he went to the territory defense, and now he is defending Kyiv somewhere there, and I'm proud of him. I know he's doing right things, but I'm very nervous about him, and especially when he is not in contact for a long time. I'm on the subway now and it's terrible. How many kids are there? We won't live in independent normal country. And thank you that so many countries can hear us and support us. I hope all this violence and cruelness ends soon.